Наши социальные сети — это не только то место, где вы можете пересмотреть любимые фрагменты эфира, посмотреть на своих любимых экспертов, но и оставить ваш комментарий. И мы тоже все это читаем, и из этого делаем еще одну рубрику, которую можно пересмотреть в социальных сетях. Никита Иншаков, доброе утро. Доброе утро. Рад вас видеть, потому что давно не было комментариев, давно не читали их. Что же пишут наши телезрители? Хочется уже узнать поскорее. Я вот как раз подобрал некую подборку, посмотрел. Много веселых комментариев было, но все-таки за последнее время чуть меньше стали писать. Видимо, все-таки огород отбирает огромную часть времени. Поэтому чуть меньше сейчас пишут. Но если вдруг попадается пост про что-то дачное, естественно, комментариев тысяча оставляют наши телезрители. Поэтому давайте начнем с первого комментария. Первый пост сейчас посмотрим. Вот был такой пост, когда первый раз идешь в поход. Здесь Саша Елютина, ведущая, немножко показывала себя в виде небольшой гусеницы. И мне понравился комментарий, который оставил один из телезрителей. Давайте вот как раз его и посмотрим. Вчера по мане сплавлялся, не клевало, не было у меня гусеницы Сашки. Я, в принципе, это хороший выбор, потому что все мы знаем, что на Сашу много кто клюет, это известный факт. Как бы я читаю иногда комментарии, когда оставляют фотографии Саши в наших соцсетях. И она, конечно, еще та блестячка для щучки, это точно мы знаем. Ну и если кто-то женат, то не советую такую наживку оставлять в шкафу дома. Будут вопросы, наверное, от жены все-таки. И Саша вот действительно как гусеничка, потому что все-таки, чтобы вот так вот хорошо выглядеть, нужно много капусты. Много капусты, да, на крема, мази, спортзалы. Это, естественно, я про такую капусту именно говорю. Да, конечно. Да, главное, вот такой... тапком не пришлепнуть случайно. Все, в остальном проблем не будет. Это мы передадим Саше потом. Пожелание. Да. Ну что, есть у нас еще один пост. Давайте следующий посмотрим. Был эфир, тема эфира, что обязательно взять с собой на отдых с палаткой. И там оставили такой интересный комментарий, который мне показался веселым. Давайте вот его посмотрим. Мы берем в поход с собой маринованное мясо. Много мяса. И жену любимую. Лишь бы он не жену так называл. Есть же ощущение, судя по главным буквам, что кого-то он любит немножко больше, да, все-таки. Я понимаю, как создавался этот комментарий. Человек сидит, пишет от души, все, мясо, много мяса. И жена такая через плечо. Да. И жену любимую. Да. Чтобы не докопалась. Причем жену берут они в поход. Мы берем. Кто они? Жена одна у них на всех. Кто мы такие, чтобы их осуждать? Давай. Ладно. Каждому свое. Так действительно. Почему? Вот мне тоже показалось, что именно она рядом сидела в этот много мяса, жену. Я просто в какой-то момент понял, что если жену не взять, то мариновать будет некому. Прагматично очень. Вот почему. Теперь мы. Я еще примерно подумал, что у него еще и дочь, вот эта, которая старое видео. Давай мясо, давай мясо. Наверное, это тоже из-за. И мать возьми. Любимую. Так, что, идем дальше. Следующий пост, который у нас есть. А на парковке ленты море. Правда, там никто не купается. Вот такой был пост. Вот видно небольшую лужу. И давайте комментарии, которые мне понравились. Главное, за желтые буйки не заплывать, а купаться можно. Вон знак «Р» разрешено, даже инвалидам. «Р» разрешено. Мне показалось, наконец-то открыли купальный сезон. Теперь точно можно. И вот люди говорят, что нет в Красноярске места, где покупаться можно. Вот наши телезрители знают, где это можно сделать. Можно покупаться около ленты. Там огромное море, которое есть. И думаю, что прикольно, что наши телезрители не стесняются смеяться над тем, чем можно. Вот что-то написать, и всегда сразу улыбка немножко на душе. Да, легче жить. Да, легче жить. У нас еще есть такая микрорубрика вместе с вами, потому что нужно будет угадать правильный комментарий. 5 вариантов ответов, 4 неправильных, 1 правильный. Ваша задача угадать. Так. Да. Вот, был пост, заварили вход на детскую площадку. Была такая ситуация. И давайте посмотрим, что написали наши телезрители или не телезрители. Итак, первый вариант, поехали, посмотрим. Не трогай это на Новый год. Следующий комментарий. Заварили кашу, конечно. Ой, кашу, говорю, детскую площадку. Идем дальше.
Так, вот теперь это реально называется коробка. Ага. А вот это мне нравится. Вот, вот теперь в детстве проиграл, забрал свой мяч, никто не играет. Взрослый проиграл, заварил площадку, никто не играет. Причем такой. Проиграл выборы в сентябре, имеется в виду. И последний вариант, как заставить весь район бросить футбол. Вот такие варианты комментариев. Я за коробку. Про коробку. Про коробку. Теперь это реально называется коробка. Ваши два варианта, да? Мне очень нравится. Хорошо. Так, ну, давайте. Сейчас небольшая такая барабанная дробь. И правильный ответ, не трогай это на Новый год. Вот такой. Вот такой комментарий. То есть про коробку ты придумал? Все верно. Сава. Слишком нам понравился твой вариант. Сбил нас с толку. Да, вот такие комментарии оставили телезрители. Нужно, чтобы больше писали, больше смотрели всяких постов в социальных сетях. Мне всегда интересно это все почитать. Спасибо, Никита, большое. Давайте будем читать и писать вместе. Комментариев много не бывает.